Решение о закрытии базара есть, но не выполняется. Сразу два крупных шымкентских базара. Акбар и Автонур работают вопреки решению суда об их закрытии, заявили в ходе совещания в филиале партии Нур-Отан сотрудники ДЧС. У нас нет возможности привести решение суда в исполнение, просто специалистов не хватает. С заявлением в экономический суд после выявления целого ряда нарушений обратились сотрудники ДЧС. На городских рынках не соблюдаются правила противопожарной безопасности, и каждый день посетители рынков подвергают своей жизни опасности. Наша цель не закрытие этих рынков, а безопасность людей. Между тем, бездействие судоисполнителей не понимают в прокуратуре. По словам сотрудников надзорного органа, нет необходимости в специальной технике и дополнительных кадрах, чтобы закрыть базар. Решение суда должно выполняться, заявляют в прокуратуре. Закрыть рынок несложно. Достаточно прийти рано утром, повесить замок и наложить печать. Те, кто откроет ворота, будут привлекаться к административной ответственности. Теперь обеспечение безопасности граждан и выполнение решения суда возложили сразу на несколько компетентных учреждений. Так власти решили помочь судоисполнителям выполнять свои обязанности.